Hey guys, today in new video for you, The Last of Us Part 2. You ready? Go. У вас тут есть щетки и полотенца? Тебе чертовски повезло. Не представляешь, как. Как ты сюда электричество повели? Ты где вообще была? У нас на крыше солнечные батареи. Кто все эти люди? И давно вы здесь? Еще со вчера. Со вчера? Да. И что ищете здесь? Просто проходили. А вы тут живете? Ну да, в паре часов пути. Может, пойдете с нами, наберете припасов в дорогу. Да, спасибо. Меня зовут Мэл. Томми. А это мой брат. Джерал. Вы что, слышали о нас? Да, слышали. Все, в норме? В отключке. Тащите его к стенке. Томми! Отцепитесь! Отвалите! Почему бы тебе не произнести заготовленную речь и покончить со всем? Перевяжи ему ногу. Ну же! Не вздумай дернуться. Черт! Твою мать! Отойдите. Вижу. Джоэл! Томми! Откуда идет звук? Джоэл!
Черт. Блин, патронов в игре просто минимум. Весь город. Все, хватит. Ты хочешь того же, что и я? Заканчивай. Быстро. Джоэл, вставай. Вставай, твою мать! Прошу, не надо! Не убивайте! Джоэл, вставай! Нет! Нет! Я вас всех убью! Нет! Нет! Сижу, можно? Да. Мария хочет, чтобы ты поела. Она нас не остановит. Если захватим всех, кто нам нужен, чтобы справиться, Джексон останется без защиты. И что, мы их просто отпустим? Никто не хочет этого. Да, но так получается.
А если снова нападут охотники? Это твои слова или ее? Нет, это довод. Если бы убили одного из нас, Джоэл был бы уже на полпути к Сиэтлу. Нет, не был бы. Абсолютно точно был да, бы. Мы даже не уверены, что они из Сиэтла. Вашингтонский освободительный фронт. Ты сказал, это было на нашивках. А вдруг они украли куртки? Тогда... Вдруг Вов уже не там? Чего ты добиваешься? Знаешь что? Я завтра ухожу. Если хочешь, со мной пойдем. Ты не представляешь, на что идешь. Ты не знаешь, сколько у них людей, оружия. И мне пофиг. Ты меня не отговоришь. Дай мне денек. Поговорить с Марией. Ладно? Хоть кого-то она отпустит. А если нет? Ну, я что-нибудь придумаю. Всего день. Один. Хочу зайти в его дом до нашего ухода. Надо кое-что забрать. Хорошо. К лошадям не пробраться. Кажется, одну забрал Пони. И Мария велела закрыть конюшню. Твою мать! Может, по пути что-нибудь подвернется. Машина, лошадь, что-нибудь. Ладно. Теперь все растянется намного дольше. Ну, значит, будет дольше. У тебя еще есть шанс отказаться. Я знаю. Не хочу, чтобы ты думала, что должна. Элли. Ты пойдешь. И я пойду. Вот и все. Идешь за рюкзаком? Он у восточных ворот. Я его там заранее купила.
Что тебе нужно, я принесу. Я сама. Ладно. Все нормально. Идем. Я здесь подожду. Спасибо. Дейноних. Хороший был день. Ховард, Дайсон, Дюсон. Винил, ничего себе, ртушечка, пластиночки, пласты. Опа, подарок. Что-то случилось? Да нет, просто подойди сюда.
Мария, я ушел в Сиэтл. Хотел бы не уходить, но не могу. Эти люди должны понести наказание. Элли попытается пойти за мной, останови ее. Отбери пушки, запри лошадей и ее запри. Выиграй для меня немного времени. Люблю тебя, Томми. Его там просто убьют. Он должен был взять меня с собой. А ты не дала нам людей пойти за этими скотами. Я не могла. Попытаешься меня запереть? Лучше б ты осталась. Черт, из два я останусь. Лучше б ты осталась, но я тебя знаю. Ты пойдешь с ней? Да. То есть просто возьмете и уйдете? М? Да. Пешком? Да. Я сказала в конюшне дать тебе одну лошадь. И патроны возьмите. Спасибо, Мария. Просто сделайте одолжение. Верните моего дурака мужа домой живым. Конечно. Ну ладно. Идите, а то скоро стемнеет. Okay, this part is finished. Please press like, subscribe, comment. Good luck. Bye-bye.